Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Начало лета стало богатым на культурные события. Куда отправиться в Самаре на грядущих выходных, я расскажу прямо сейчас. На этой неделе мы отмечали день рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Солнцу русской поэзии исполнилось 225 лет. Продолжая цикл праздничных мероприятий, в библиотеке имени Надежды Крупской пройдет экскурсия «Пушкин-Плюшкин». 8 июня всех желающих присоединиться к прогулке ждут на Маяковского, 19. Знания биографии юбиляра и стихов классика приветствуются, а самому знающему участнику гарантирован подарок от экскурсовода. Начало в 18.00. В детской картинной галерее произошла смена экспозиции. Посетителям представлены две новые коллекции эксклюзивной куклы особняка Клотта. Ампир и Бидермайер – мода пушкинского времени, и костюм русской знати до Петровской эпохи – мода России 17 века. Увидеть выставки можно до 30 июня включительно. Не пропустите! Весь июнь в музее Эльдара Рязанова будет проводиться интерактивная программа для детей «Анимагия» или «Как получаются мультфильмы». На каждом уроке дети будут изучать разные техники анимирования и проекционные аппараты, которые конструировали художники-карикатуристы начала 20 века – зоотроп, фенокистископ, проксиноскоп и подобные. Юные посетители окунутся в историю появления мультипликации, поймут, как создавались первые мультфильмы и смогут создавать свои собственные приборы для анимации. Занятия будут проходить по воскресеньям, первое состоится уже 9 июня. В саду Самарского литературного музея вечером воскресенья покажут рейв-спектакль «Сон в летнюю ночь». Впервые он был показан в рамках акции «Ночь музеев», которая проходила в мае. В этот раз начало спектакля запланировано на 21.30. Вечером сад усадьбы меняется, переходя в ночную стихию, которая иначе воздействует на восприятие зрителя. Карнавальные настроения пьесы будут представлены через электронную композицию и рейв-хореографию. Спектакль продлится час и закончится в 22.30. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.